Это видео распространяется в YouTube. Как выяснилось, съемки велись в газовом участке в микрорайоне «Восток». Возмущенные горожане просят разобраться, почему работает единственная касса и почему им приписали лишние кубы за газ. К слову, недовольство граждане высказывали в адрес «Костромсгаза». Между тем... Газовики этим не занимаются. Это контролеры нашей компании. Как выяснилось, главная причина некорректных показаний за газ – человеческий фактор. Вот эти завышенные показания произошли в результате того, что мы, когда приходили в эти квартиры, не успели попасть домой, и было принято решение со стороны руководства начислить по состоянию, то есть по коду благоустройства этого дома. Допустим, у кого-то одна плита, у кого-то плита и водонагреватель, у кого-то автономное отопление. Вот по этим кодам благоустройства мы им начислили кубы. Были допущения со стороны контролеров, конечно, человеческие факторы были. К слову, теперь жителям совсем не обязательно осаждать газовые участки, чтобы написать заявление на корректировку. Достаточно сфотографировать свой счетчик, квитанцию и отправить все по WhatsApp. Ну а если вы далеки от высоких технологий, можете позвонить в колл-центр. По словам замдиректора, больше таких ситуаций не повторится.